Полундра, ребята! Добро пожаловать на корабль пиратов губной гармошки. Сегодня у нас на горизонте губная гармоника Zeidel Session Steel Custom Бориса Плотникова. Поднять паруса, мы начинаем. Борис Плотников – известный исполнитель на губной гармонике, настоящий виртуоз. Он также является эндорсером немецкой фирмы Zeidel, или Zeidel, если угодно, одного из ведущих производителей губных гармоник. Борис продает и кастомизирует гармоники Zeidel. И 3 года назад он разыграл свою кастомную гармошку, которую мне посчастливилось выиграть. Всем привет, с вами Борис Плотников, и сегодня мы разыгрываем губную гармонику моей работы, кастомизированную. Программа определяет победителя. И побеждает губную гармонику, получает Дмитрий Пупынин. Поздравляем Дмитрия! Пришла ко мне гармошка в кожаном чехле. Таком инструмент разве что не поцарапается и не запылится, но с другой стороны смотрится хорошо. Напомнила тряпичные чехлы от Suzuki. Особо не защищают, но выглядят симпатично. С внешним видом гармошки тоже все в норме. Причем стандартная гармошка поставляется с оранжевой гребенкой, за исключением лимитированных серий типа Summer Edition. Мне же разрешили выбрать цвет, и я остановился на красном. Похожая гребенка входит в комплект модели Zeidel Orchestra S. Оригинальная Session Steel производится в 17 ключах и 11 настройках. Мне досталась гармошка в стандартном строе Richter. Сама модель, как указано на сайте, является улучшенной версией модели Session в новом дизайне и, вероятно, не с медными, а с остальными язычками, которыми так славится производитель. В отличие от стандартной гребенки из ABS пластика, эта гребенка, похоже, сделана из акрила. Стальные платы утоплены, бока хорошо скруглены, что в сочетании с эргономичной формой, опять-таки стальных крышек, делает гармошку достаточно удобнее. Из примечательного. Сзади крышки имеют по 3 перемычки снизу и сверху, что делает их достаточно защищенными от сдавливания. И вообще не так часто встречу столько перемычек. Особая благодарность так это то, что они являются частью крышек, а не отдельными элементами, как на некоторых других моделях. Маленькая деталь. Наименование ключа, в данном случае это ключ C, выполнено в виде капли. Смотрится весьма симпатично. Дизайн мне нравится, у гармошки однозначно есть свое лицо, это главное. К эргономике также не придраться. Держать инструмент комфортно, при этом гармошка весит 74 грамма, вероятно за счет чего хорошо ощущается в руке. В сочетании с чехлом инструмент оставляет приятное визуальное впечатление. А что у нас по звуку? Гармоника кастомная, поэтому воздухопотери сведены к минимуму, отклик мгновенный, бенды берутся без труда, инструмент отлично подходит для скоростной игры, чувствуется по всей видимости рука мастера, любителя играть технично и быстро. Но с тембром все не так однозначно. Я бы сказал, что он сам по себе на любителя. Гармошка весьма верхастая. Возможно, это выгоднее звучит для более низких ключей, типа ля, соль, лоу-фа и так далее. В целом, звучание не совсем мое, но это уже дело вкуса. Хотя, возможно, дело еще в кастоме. По крайней мере, другие модели Zeidel, такие как Big Six, Saxony или 1847, мне были по звучанию ближе. Из интересного, на официальном сайте сказано, что эта модель проживет в 5 раз дольше гармоник с медными язычками. Вот такой получился обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Попутного ветра. Пока.